выпуск со свежего события. Казахстан договорился с Россией о включении в школьную программу Байконура предметов по изучению казахского языка и литературы, также еще и истории страны. Об этом в кулуарах заседания правительства сообщила сегодня аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. По ее словам, данный вопрос обсуждался несколько лет, и в настоящее время Министерство образования и науки Казахстана и России прорабатывает механизмы введения данных предметов в школы. Один из позитивно решаемых вопросов, по которым мы договорились, это вопросы введения казахского языка, казахской литературы и истории Казахстана в школах города Байконур, независимо от того, как обучает школа, по российским или казахстанским стандартам. Мы со своей стороны, область, постараемся обеспечить квалифицированными учителями и, конечно же, учебниками, пособиями, необходимыми материалами для обучения. Ну, то, что Байконур...